Ну что, сегодня мы в Зарасае на барахолке. Я первый раз здесь. Смотрим, что продается. Вот разные валяют. Шапки, одежда. Вот уже начинают люди мерить. Вот. Ну, это, наверное, не мое. Вот игрушки разные вязаные. Посмотрим. Вот то, что не сносилось дома, принесли сюда. Ну, народ только заезжает. Барахолка сама начинается с 9 часов. Вот народ только подъезжает, чтобы посмотреть и торгануть. Ну, посмотрим. Вот стримные велосипеды, пожалуйста. Ну, посмотрим, что здесь торгуют. Новогодний декор уже готовится. Так, что у нас здесь? Какие-то фонарики. А, это для салфеток. Нет, это для одноразовых салфеток. Да, да, да. Понял. Так. И здесь у нас пасхальный декор. Собачка, смотрите, симпатичная. Вот уже даже все берут. О, детям крутить. И игрушки. Ну, только все раскладывается еще. Так, пластинки. Что у нас здесь? Тоже пластинки. Это все даугавпилсские. Товарищи приехали. Ну, пожалуйста, смотрите. Такие пластиночки разные. Цены маленькие. Блок ведете? Да. Потом покажем. Надо же знать всем, что у нас есть барахолка даже в соседнем Зарасае. Вот фотоаппараты. Так, тут тоже такое современное все. Ну вот. Разные монеты. Всякие разные. Да, всякие разные. Хал, эти отстрелянные гильзы. Эти не, с лесу. Эти с лесу, не просверленные. Вот криминал маленький. О, тут у нас вот старинные часы. Посмотрите, у Олега какие. Ё-моё. Олег, почем такие часы? Цены немалые. Кстати, хорошие, старинные. Это 19 век, может быть, или начало 20-го. Ну, очень хорошо. Нет, тут это, кстати. Да, здесь механизм, все там крутится. Вообще супер. Такие древние. Древние-древние. Я думаю, что это точно или, ну, довоенные точно. Я думаю, что вам, как нормальным, сознательным гражданам, в воскресенье дома не сидится. Надо, так. Надо ночью где-то шастать, туда-сюда. Шутить. Да? Да? Да, вообще смотрит. Да. Вот поехали куда-то, вообще мы непонятно. Такие. А вы готовитесь к следующей субботе? Обязательно. Вот. А потом будем предлагать что-то еще в крепости. Когда уже похолодает, да, может быть, у меня получится. Я еще не знаю. Надо, чтобы получилось. У нас здесь разная барахляндия военная. Ну, тут мое немножко. Вот. Смотрим, какой рынок у литовцев, что покупают. Пока ничего. Народ только съезжается. Вот, Томас тут торгует разным. Еще не продал свой патефон окопный? Нет. А хороший. Пойду еще посмотрю, что здесь. А здесь у нас тоже все более-менее современное. Такие баночки, стопочки. Вот тут что-то
много народа, значит, все берут. Разбирают прямо. Очередь. Ну. Так. Ну, понятно. Ну, вот такой маленький рынок барахольный, начинающий. Не дал выпуск, конечно, но вдруг кто приедет и что-нибудь купит. Вот. Ну что, смотрим. Успеха этому рынку, взросая. Все, всем пока.